выше на уровне, интересно. Это даже Иринья какая-то. Обалдеть. Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и сегодня мы с вами продолжаем проходить Ведьмака 3-го Дикая Охота за Геральта. А за кого ж еще нам проходить Ведьмака, как не за самого того Ведьмака-любителя цветочков? Так вот, друзья, в прошлой серии мы с вами играли в Гвинт, бегали по островочку, встретили тролля Бориса, а в этой серии мы с вами продолжаем оббегать этот полуостров. И вот что я забыла, перебив тут, кстати, всех утопцев, я не заметила, что здесь был, оказывается, ну, клад, не клад, а какой-то... Какие-то сокровища под охраной, как говорит нам игра. Ну, охрану мы перебили. Пока не завелась новая охрана, давайте сплаваем и заберем ее. Что тут у нас такое? А, тут... Это контрабанда. Это контрабанда или там что угодно. И более того, тут есть тут опция. Так, как нам нырять-то было? С, по-моему, да? Геральт, а что у нас? Не... Арбалета в руках нету, что ли? Вон они. Все плавают далеко. Давай-ка подплывем и обезопасим себя от енты угрозы. А рыбы-то сколько? Попали мы в этого утопца. А воздух у нас кончается. Сейчас мы тоже встанем утопцем, Геральт. Где-то, где-то, где-то. Вон. Геральт? Блин. Ну вот. С топцами покончили. Да, не самое лучшее время, не самая лучшая погода для плавания. Но, тем не менее, можно понырять и выловить. Теперь спокойно, что у нас там такое есть. Так, а что у нас тут такое есть? А я что-то ничего и не вижу, друзья. А нет, вот. Глубоко. Так, это все? Вроде как да. Еще у нас тут есть крушина страшно вонючая. Но мы отсюда уходим. Фух. Рогалисник. Где-то там наверху еще какая-то есть травка. А, мышехвост. Тоже сгодится. Так, и теперь на этом же полуострове у нас есть еще один вопросительный знак. И пока мы здесь ходим, я думаю, почему бы нам
весь этот полуостровчик, собственно говоря, и не освободить от всякой нечисти. Не правда ли? Поэтому давайте пробежимся. Здесь мы ничего брать не будем. Нелюдарские солдаты этого не любят. Вот теперь и понятно происхождение. Мы в прошлой серии с вами видели и... О, сокровище под охраной, водниц. Вот я терпеть не могу этих водниц, потому что они... Да что ж ты делаешь? Не хватало, чтобы это бабище тебя тут прибило. Мосточек мешает. Какая зараза. Вот они, сокровища. Геральт, хватай и беги. Диана. Мешается мосточек, мешается. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Однако это бабище нас чуть не уделало. Что ж тут за сокровища такие были? С какими? С козьей шкуры? Черный единорог и комбинезон охотника за головами. Да. Кто-то просто-напросто вез свои товары и не довез. Поскольку водная баба его поймала. Так, друзья, ну вот такие вот у нас дела. Давайте посмотрим, что это было. Я имею в виду гамбизон. Ну, так, нет, это доспех. А, вот он. Ну, какая-то ерунда. В принципе, ерунда. Так, это меч Грифона, эмменталь. А это черный единорог. Ну, та еще гадость. Хотя стоит, смотрите, сколько. Но это оно столько стоит, это не значит, что столько мы его продадим. Поэтому давайте-ка выдвигаемся с вами с этого полуострова. И займемся нашими делами. Так, Плотва, ты где вообще? Ты достаточно отдыхала. Иди-ка сюда. Давай. Поехали. Теперь помедленнее. Так, Плотва. Мы с Плотвы не можем цветочки собирать. Это обидно. Я вам так скажу. И мы все еще обдумываем. Плотва, не так быстро. Обдумываем предложение того самого тесака. И, честно вам скажу, я... Кстати, вот эти вот цветочки гиацинии, или как она там... Они мне нужны. Были, друзья, я за кадром немножечко сделала зелий, лекарств. Поэтому поизрасходовалась. Слушайте, тут какая-то нечисть происходит. Плотва, пошли отсюда.
тут опять кто-то развелся. Отвечавшие собаки. Не, мы не будем их трогать снова. Побегают и отстанут. Вот она, та самая корчма. Глаза у тебя как у кота. На распутье. Те шахты он набрал папу. Слышь, Маня, что оборонских людей можно немного подпитывать. Так, и давайте посмотрим, что у нас есть из заданий и что мы еще сегодня с вами можем выполнить. Так, ну, во-первых, вот это вот задание «Распутывая клубок» мне совершенно непонятно. Мне показалось, что мы его сделали и нашли этого суккуба. Однако это не то. Это какой-то другой клубок. Так, и что у нас есть из ведьмачьих заказов? В принципе, 17 уровень у нас, насколько я помню, да, ведьмачьи заказы. Таинственные следы, я помню, это, по-моему, про черта. Подрастем мы еще немножечко. Так, выполнено, провалено у нас пока что. Два задания по незнанию. Итак, все говорит о том, друзья, что мы с вами должны выдвигаться в Новый Град. Хотим мы этого или не хотим. У нас есть сокровища. У нас есть охота за младшим. Ну, скеллиги, само собой. По поводу Цири это тоже все понятно. Так что, какие бы задания у нас с вами ни стояли, нам с вами пора возвращаться в большой город. Так что, Геральт, давай как стол. Глаза у тебя как у кота. Отдохни. Левого уха-то нету. Так, левого уха нету. Хотя, секундочку, знаете, что я... Так, что у нас там с деньгами, во-первых, а во-вторых... Давайте-ка посмотрим, где этот мастер рун. Это, конечно, из дополнения «Каменные сердца». Вроде как бы говорит нам игра. Я бы хотела поговорить с этим мастером рун. И знаете почему? Шевелись, Платва. Дело в том, что я... Хватившись, как говорится, вставлять камешки в свою броню, я поняла, что особо-то мне и вставлять нечего. Все какие-то камни не очень, скажем так. И поэтому мастер рун нам бы, наверное, сейчас как раз пригодился. Поскольку я так поняла, что он учит нас этим самым рунам. И делать их самих я пока что не могу. Платва, ты не хочешь припустить? Я, кстати, не посмотрела, где это. Это. Медведь. Да не надо мне никакой эй-эй. Меня немножко смущает, что, конечно, сейчас стоит у нас череп. На этом задании. О. Так, стоп, да, мы здесь уже были. Люди, Платва. На этой переправе мы были. Давайте посмотрим все-таки карту, где это. Может быть, зря я туда лечу, сломя голову. Это где-нибудь совсем-совсем далеко. О, да, сюда я лечу совершенно зря. Давай-ка, Платва, мы с тобой...
тех краях мы вообще не были еще. Поэтому давайте-ка мы сбегаем до ближайшего... мостика. Так, у нас это... Грамота-то вроде есть. Так, пардон. Народ тут живет уже просто на этом мосту. Да куда ж ты? Ну как куда? У меня есть грамота, у меня причем есть... И такая, и хорошая, и Филькина. Я могу поделиться. Тебя ждет смерть от отравления. Сейчас. Не дождешься. Держи. Не дождешься, гвардеец. Так, куда мы можем поближе придвинуться? Переместиться. Часовня Вечного Огня? Либо вот этот Эст-Тей-Тей-Тей-Тей-Яр. Наверное, это будет самая ближняя точка. Так, и что тут у нас такое было-то? Мы здесь... А, да-да-да, друзья, отсюда мы выезжали. Мы здесь добывали себе эти... Да, школу кота. Школу кота мы отсюда выковыривали. И туда мы с вами и направлялись буквально серии две назад. Так, плотва. Ты где? Сюда. Теперь мы выезжаем в этом же направлении, но только мы с тобой полетим как-то немножко по-другому, по местам, в которых мы еще ни разу не были. Спрятано сокровище. Где спрятано сокровище? Там. Быстрее. Гарпии. И кто тут такие? Геральт, пошли отсюда! Пошли отсюда! Не-н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 е. Геральт! Геральт, беги! Это какая-то ужасная гарпия. Она отстанет от меня вообще когда-нибудь. Да... Мы сейчас докувыркаемся. Геральт не привык отступать. Приставучая тварь. В свое гнездо гарпийное. Так, мне надо куда-нибудь в лес скрыться. А, сейчас от часа не легче. Теперь тут бандиты. Вот бандиты, и давайте. С гарпией. Какого же на уровне, интересно? Даже Иринья какая-то. Обалдеть. Темный-темный лес. Плотва, ты там жива? Плотва у нас умная лошадь.
Занесло нас в какие-то края, которые нам, вероятно, еще не по зубам. Ох, не по зубам. Деревня Эрде. Теперь помедленней. Это очень странная деревня. Вы не находите? Никого людей нету. Там кто-то сидит, чай пьет на веранде. А не, не чай, мне показалось. Упс. Яп, глянь-ка. У нас гость. Что ж вы тут забыли, милздарь? Заблудились, али как? Можно и так сказать. О, сударь, лучше большака держаться. Места здесь дикие. Дикие и опасные. Да, я уж заметил. А что за место-то? Что это за место? Деревня. Не видите, что ли? Я вижу брошенные ферм. Вот именно. Пустая. А, только мы тут и остались. Молодые все в город подались. А старики померли. Правду я говорю, я. Ага, правду. Чё-то какая-то странная тетка. Ну, прощайте тогда. Счастливо оставаться. Так, слушай, крестьянин, а ты что мне скажешь? Старушку мою спросите. Да? Он аж закашивается. Это будут очень подозрительные люди, друзья, мне так кажется. Что-то такое странное, что-то странное. Ну-ка, давайте-ка. Закрыто. Они меня к себе не пускают. Ну ладно. Тогда я свет вам зажгу. Так, ну и что в этой деревне поживиться? Дайте мне чем-нибудь поживиться. А нет, смотрите, вон где есть дверь. А тут они говорят, что они к себе не пускают. А нет, это там. Ой. Геральт, что это? Черт, по-моему, опять какое-то задание цепануло. Подвальчик. Упс. Подвальчик-то подвальчиком, а открыть я его все равно не могу. Ясно, мне надо искать, где взять этот самый квест, очевидно, тут какой-то. Мне так и показалось, что тут все как-то не зря. Локация такая странная. Там что-то есть в этом доме? Как бы я не сбила себе все, честно говоря.
друзья, я вот даже не знаю. Я вижу, да, что надо что-то осмотреть. Набрали пиво опять. Ну, хотя, может быть, все-таки и посмотреть, ведь по моему разумению квест не должен браться, если есть какая-то доля риска, что ли, его завалить. Просто тогда вот эти вот пятна или что тут не должно высвечиваться. Я так думаю. Следы крови старые, им уже несколько месяцев. Ну да. Следы крови. Никакой квест никуда не пошел. Не знаю. Слушай, ну это какая-то, это какой-то дом Бабы-Яги, ей-богу. Я вот таких мухоморов не видела, по-моему, в лесу. В другом месте. Может, мне еще поговорить? Опять вы? Ну, говорите, в чем дело? Ах, вот оно, что в хате неподалеку следы крови. В хате неподалеку пятна крови. Не знаете откуда? Как не знать? Яб там дичь разделывает. В чужой хате? Так ведь там уж никто не живет. А под крышей-то веселее работать. Дождик не каплет, солнышко не печет. А чего вы там вообще потеряли-то? Оставили б вы лучше пожилых людей в покое. Счастливо оставаться. Друзья, что-то как-то мне это все становится... Ну-ка, давайте-ка все дома обыщем. Что-то мне эта сладкая парочка тут совершенно не нравится. Ну-ка. Вот. Вот еще дом. Ну-ка, давайте-ка. Хоть это и не квест, как я понимаю. Ну, во-первых... помародерить и посмотреть мы это всегда можем. Но очень странно, почему? Если это не квест, то что это? Просто расследование? Еще, конечно, в такую погодку, я вам скажу, все рассматривать. Здесь мухоморы растут. Так, вот еще хатка. А здесь уже выбита дверь. Прах, прах. Тут мне кажется, что эти всех это самое тут выжили. Эта парочка. Они такие счастливые, что тут никого нету. Так, а что эту дверь может осмотреть надо, Геральт? Нет. С этим домиком. Ну, это даже не домик, это какая-то конюшенка.
конюшне, наверное. Так, ну, на крышу-то мы залезли. А то... Это Геральт наш умеет, как оказалось, лазить по крышам. Ну, толку с этого никакого. Ага, тут закрыто. Такое... Укрепленное дерево. Заперто. Нет, тут не выйдешь. Значит, они этим сараем тоже пользуются, да? Когда-то тут был колодец. Очень-очень странная деревенька. Так, там еще одна хата осталась. Мы в ней были? А, ну вот она и есть запертая. Так, ну тогда подождите. Тогда вот этот погреб, который у них там за их домом. Вот это же их дом, да, я так понимаю? Тихо, Геральт, вылези из кустов. Может, это, конечно, действительно не мое дело, но... Очень подозрительно. Это все очень-очень-очень подозрительно. Так, возможно, как-то его можно открыть. Просто, как обычно, это точки нету. Открытие. Не знаю я, что делать. Не знаю. Так, и эту хотенку мы уже смотрели, да, с этой стороны? По-моему, да. А, тут тоже закрыто, что ли? Смотри-ка. Ясно, ладно. Ладно, все тогда. Ничего мы тут не дознались. Ничего мы тут не разведали. Одуванчика. Давайте соберем. Грибочки эти Смотрите. Какая-то ведьма, друзья. Опять вы. Ну, говорите, в чем дело? Что за место? Что это за место? Деревня? Не видите, что ли? Я вижу брошенные хаты. А, только мы тут и остались. Молодые все в... Ага, правду.
Так, правду так правду. Счастливо оставаться. Да, ничего мы им предъявить не можем. Эка у меня в брюхе бурчит. Ничего-то мы-то, друзья, не узнали. Ну, парочка подозрительная. Ладно. Поехали, Латвище. По нашим делам. Ой. Извини, лошадь, я тебе там что-то на мозги наложила, по-моему. Пошла. Акси или что-то в этом роде. Что ж, продолжаем выдвигаться. Куда мы и хотели. И когда же наладится эта погода? Когда же она наладится, ребята? Мне настолько надоели все эти ураганы. Кстати, если вы меня смотрите, если вы меня досмотрели до этого момента, напишите мне, что это, кто знает, что за квест, ну, по возможности, без спойлеров. Был ли это квест, или это просто странные крестьяне? Что-то я не поняла. Возможно, мы что-то сломали. Тихо, 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 Платвище, чего ты? Или, может быть, не доделали что-то в деревне? Брановица деревня. Вот тоже деревня, да? Один единственный домик. Там что-то горит. Ну-ка, давайте-ка прогуляемся до этого домика. Теперь помедленнее. Может, здесь что знают о соседях? Стоять. Крестьянин. А? Чего? Благодетель? Нет, не благодетель. Мародер. Не благодетель. Так, крестьянин. Ну да. Кости ловит. 21 час, друзья. Вечер. Народ с полей идет домой. Так, благодетель сейчас осмотрит ваши повозки и скажет, благодетель он или нет. Спиртик. Кости ловит. Спиртик припрятали. Работнички. Ладно, поехали, Платвище. Туда ли мы едем? Верхняя мельница. Приветствую, незнакомец. Не найдется ли минутка для беседы? Ох-е, друзья, вот мы и приехали. Да, на заклинание стартовый капитал. Заклинание стартовый капитал. Само название этого задания внушает мне сомнения, да еще и под луной. Поэтому, друзья, давайте-ка займемся стартовым капиталом. Мы с вами уже в следующей серии. И я надеюсь, вот даже погода немножечко как-то улучшилась. Я надеюсь, что ничего, что это будет происходить под луной, либо наш Геральт, может быть, просто промедитирует, подправит себе, кстати, свое цветущее здоровье. Поэтому заходите на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь, кто этого еще не сделал, чтобы не пропустить что-нибудь новенькое и интересное, которое, без сомнения, будет у меня на канале. Всего вам хорошего, друзья, и огромное спасибо всем, кто меня смотрит. И пока-пока-пока.